Я ограбил 12 банков в 7 штатах. У меня больше 9 миллионов долларов наличными. И никто не знает, кто я. Федеральное бюро расследований. Я хочу сдаться и заключить сделку. Какую сделку? Я верну все украденные деньги в обмен на смягчение приговора. Это важно. И почему же это важно? Я встретил женщину. Я хочу быть с ней до конца своих дней и не врать о своем прошлом. Спецагент Холл, а это спецагент Нивенс. И где деньги? Он сказал правду. Можем забрать деньги себе. Согласен. Эй, я ведь сдаюсь. ФБР, откройте! Что здесь про... Настоящее имя Томас Долан. Бывший морпех, эксперт-подрывник. Я должен был сознаться, я завязал с этой жизнью. На меня повесили убийство федерала. Они не успокоятся, пока не схватят меня. Если два продажных копа способны убить одного из своих, представь, что они могут сделать с нами. Моя девушка. Она здесь ни при чем. Агент Нивенс, я иду за тобой. Делай, что должен. Черт, черт, стой! Оказывается, уметь все взрывать иногда полезно. Нивенс! Чтобы вернуть все, как было, мне нужно твое чистосердечное признание. 5, 4, 3, 2, 1. Готов признаться?